В День независимости в Гродно на свет появились 7 малышей. Под марш парада и залпы салюта 3 мальчика и 1 девочка родились в отделении больницы скорой медицинской помощи. Еще 2 мальчика и девочка в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. Одни роды закончились операцией экстренное кесарево сечение, одни обычные, еще одни роды, которые длились очень долго. Женщина поступила в 6 утра по причине излития околоплодных вод, а роды произошли только в 17:30. Поэтому она требовала постоянного внимания к себе, поэтому вся бригада, хоть и малым количеством женщин, но была занята своим любимым делом. Мы счастливы, что в этот день у нас была работа. Для жительницы города Гродно Ольги Барановской главный государственный праздник стал еще и красной датой в семейном календаре. Радость материнства в День независимости она испытала впервые. И хотя маленького Роберта все ожидали только 14 июля, сам малыш выбрал куда более символичный день. 6 лет назад именно в этот день мы начали встречаться с моим мужем. Через год он сделал именно в этот день мне предложение. И вот так получилось, что наш ребеночек тоже решил появиться в такой знаменательный день для нашей семьи. Это очень приятно. В Беларуси с 2009 года зародилась традиция поздравлять тех, для кого государственный праздник стал особым для всей семьи. Рожденные в День независимости малыши вместе с мамами получат памятные подарки.